Я конкретно советую не играть в Кэмбрэйкер. Где вам сидеть? Ты кромвель нормально или нет? Не умереть, я думаю. Нормально. Везде. Попробуйте кусты ста, слышишь? Я пойду парю по воде, ты попробуй, наверное, в кусты ста. Кромвель нормальный. Аим, иди наверх. Булкин подытожил. Аим, иди наверх. А Рулёс, иди сюда, поджимай. А бабахи кто? Бабахи что, в лес? Миго, иди поджимай ты. Миго, ты поджимайся. Ну окей, едь Рулёс, Аим, иди сюда. Хорошо, пускай Аим и Рулёс едут один наверх, а другой подожмет вниз. А Миго подожмет это. Вы все на бах стоите на респе. Все в лес, ребят. Не, какой лес, вы стреляете, вы стреляете. Уходим в подполье. Одного, давайте одного. Партизаны. Я на гору. Это нормальный камуфляж? Миго, ты сюда, Аим наверх идёт. Один наверх, другой сюда поджимает. Рулёс, Аим. Самый лучший камуфляж на бабах. Откидывайте. Ты куда, ты падаешь вниз? Они тоже откидывают, походу. Ну, хорошо. Убегайте нам сейчас за спину, а я поеду. Да. О, там зашло вроде. За... Ну, да, нет, прямой мимо. Наверняка с пробитием. Нет. Ой, еще прямой. Реплей отложи сразу. Два прямых, ребят. Так в кого? Вот этого 907-го, который фуловый, Дим? Нет, в другом. Нет, нет, там 277. Я тебе сейчас в жопу кину, блин, что ты делаешь? Что такое красивое? Короче, я подожду, динамочку, может... А мы на стадионе не можем СТ поставить вот сюда в кусты, там деревья можно сломать. Да, ну давай им что-то свернется и тогда... Поднимайте, короче, наверх, поднимайте наверх больше в бабах, перетягивайте наверх. А, сейчас. Короче, я поеду сейчас попробую. Я уже не уеду. Короче, Флабер, я убегаю отсюда, меня убьют. Ну, падай вниз, либо на спину убегай, да. А меня прикрывают? Да, да. Нет. Я поджал. Они даже не Макс, отличные выстрелы, сука, в пустоту. Вы этих берете или Флабер нет? Вообще не Мигу умирает. Нет. Да, никак. А что ты предлагаешь? Расход как когда? Ничего не делать? А нельзя вот этих расходов? Так да. И, ну, скидывайте мне просто куда-то. Один сюда, куда надо стрелять. Вот их эти нужны танки, вот этих убить вверх. Рулес умирает. Мига, ну, он умирает. Мне не нравится. А у тебя разу нет сюда, Рулес? Куда ты нет, кинул эту расходку? Я жил сверху, убивает. А, все, я понял тебя. Ладно, пофиг, минус один танк пойдет. Минус два, не? Убивайте, я не в одной точке, я их буду подсвечивать, спробуем. Под меня вообще не представляют, спробуем. Нормально там, сантиметр развлекается. А вот этого будет свет, танчика? Если будет переваливаться на меня. Я могу его подсветить, выехать... В8? Он рискованно. Он, скорее вот всего, будет... Там да, у них будет на горе вылазить. Уже есть танки. Флабер, я буду просто дпмить в этот дом, блять. А ты смотри, чтобы они не отъехали просто от него и все. Я уже ничего просто не посмотрю. Если он будет переваливаться, то нужен свет на него. А, кайф. Что-то залетело. А тебе что, расходки вот дерево упало. Ну, а, ты сквозь окошко, что ли, там? А, расходка мигу кидали. Офигеть. Не, я просто смотрю. Че такие умные попались, смотри. Они просто намертво стоят. Арта меня добрала. Так у нас сейчас останется бабахи одни и все. Бабахи будут светить, бабахи будут дамажить. ЛТшку я не пропущу. Она не высветит. У меня опыт. Я мешаю? Да мы разберемся. ЛТшку я засвечу, но очень близко. На может меня бландить. 400. Может бландить будут. Нормально. Артова доберешь? 4 хп. Его надо добрать реально. А если не хочешь на нижнем кармане играть, и чтоб может быть, что у нас доберу. Позиция была. Арта вот аккуратнее, смотри, что тебе кататься. Походу блайндом полетит. Нет, понимаешь, где играть? Вот тут типа он... нижний карман. Нам надо вот сюда в кусты, чтобы танк не ну вот я им отправил. Он там может уже стать. Сейчас спрячешься? Арта когда? Ну Арта Миго пытается забрать. Я свечусь. ЛТшка в центральные кусты можешь сейчас. Ну она его заберет. Как он стоит? Да, наверное, Аим-то АФК. Аим сюда никак не может встать наверх. Да, в чем смысл? Ну, потому что у них потом 430-й будет сюда ну, подниматься. Вот, вот он типа поднялся. Да, блин, они ну, начинают бландить. Он динар, вот от Мига светится. Да, не бландит Мига уже давно. Он не будет светить. Не, ну я могу подняться. Встанет наверх, мы вообще прикатываться а чё Аима на гору, под гору сюда не отправить? Он бы и этих как-то контролил и... Да, вот он отсюда будет сидеть. Контролить спокойно. Только но там за двойные... А можно свет на... Да, за двойные кусты встать не засветится никак. Я не понимаю просто, как там стоять. Мне всегда казалось, что там умирает там. Нет, если правильно стать, невозможно там умирать. Блайндов, конечно, спрятаться. Не проще туда Динамо еще перестать. Да, блайндов, нет, нет, Динамо еще отлично тут стоит. И там его забландит, а все, ожидаемся. В ком-то ожидании, да? Танки такие высокие, что... Не, скоро ко мне ЛТшка подъедет поближе, меня засветит. Сука. Аим, он если вкус будет подниматься, ты его засветишь? Да, да, я засвечу. 907 вроде на горе, он бландит. Да там 430 еще бландит. По мне 430 попал.
Поднять щиты, как говорится. Тебя тянем на ничью. Ну, а что ты здесь делаешь на открытых? Фугасы? Ну, вообще, да, вообще фугас. Они могут, по идее... А, не выиграют они так. Толпой, типа, с горы съехать. Да, да нет, только раз... Вот, 27-27 попробуйте откидать это видео. Че? На 430 поднимаются. 30-27. Они вкатывать собираются, да. Один вкатил, еще второй один вкатился. Ну стреляйте! Не ну с горы они вряд ли поедут кем-то. На горе 430. Вкатили два человека, проверяй. Есть мига живой все. Справа вылез, справа вылез. Вылез, вылез, смотри, устал. Хорош, хорош. Просто лобуется как шарики. Вы поднимаетесь на гору всей толпой, да, я Дима и... Но гоу выигрываете. О, едут, по воде, по воде. Гоу. Ну, переступ вчетвером воду принимайте, вчетвером воду. Можно постоять. А им горку. Нет, так им горку пускай заберет. А ну да, пусть заберет. Там 430 на горе есть. Но он не ваншотный. Мего там как бы в соло фулово убивает. Нормально. Нормально, нормально. Нормально, пацаны, враж, что. Здесь вообще ехать нельзя. Ни нам нельзя, ни им. Это ехать что такое? Нельзя. О, можно на гору заехать. Никого слишком верх не вылазит, они тебя видят. Да я скатился. Гор тебе бабахи на гору. Он тебя не пробивает, забей. Тут когда по скиллу скатился. Да, забирайте гору, поднимайте больше народа. Все, кто в лесу, поднимайтесь на гору. Пойдем выпушим, пойдем вот эти выпушим. Воду можно четвером убить троих. У них еще этаж на горе, просто один. Много не надо, конечно. Так, одного забрал. Помогите Буле. Да свет никак вот не помогу. Вот Леша, контент. Так вы можете просто подъехать. Не пробил, блин. Такой себе контент. Чинкило пока что. Нормально. О. Тупо во главе с Аимом куча бабах. Нормально. Еще переборол. Блин, Аим, я пробую к тебе бежать, ты походу умрёшь. Это 1300 тебе, да? Да, я вторая пробила. А можно мне? Как ты попал? Ещё бабах. Охеренно, чувак, залетел. Это был хороший шот. Я даже сейчас вместо тебя буду принимать. Биба. Чё, я им тут устраиваю? Бабахами? Да. А где контент, Биба? Он здесь. Не то, что он меня не пробил. Тебя сюда взяли. Засейвим Бибу. А чё, тут ограничения какие-то? Контенту, да. Да нет, Бабах тоже нормальный шот, кстати, тысяч с плюсом. Ну кто-то контролирует контент. Хорош ты. Да Биба... У меня единственный урон Бабах как раз таки. Меня тоже. Фугасами тут пробивать его нереально как-то. Я 4500. Не, ну на этой камне надо 1300. Я бревно тащу, ребята, бревно. Контент во рту дайте, пожалуйста. Контент во рту? Во рту. У тебя во рту контент, Максим? Макс, дай тебе контент во рту. Тебе, Макс, дайте ему. Можно ромашкой стать вокруг рты и стволы поднять. Давай. Хотя нет, на бабахе не поднимается. Ну вон Бибу поднял здесь. Нормально, уверенная победа, молодцы, ребят. Да там вкатка была четкая. Уверен, бам, бам, бам. Блин, наверное, забавно смотрится, когда у тебя там на карте фуловый танк куда-то едет и просто гаснет. Так у них гаснет. У них танк 6 просто потухнуло моментально. Я и говорю, да, просто фуловый танк едет такой. Так, что у нас? Опять идет загрузка данных, что за бред? Я, короче, назад, а вперед сейчас где-то. Почему это по демпу урон? Пропало? Почему руля садишься? Ой, не постоянно, не постоянно, не давай, не наговаривай на себя, накидывают пуху. Опять загружаем.